С вами Алена Полынь, и мы сегодня поработаем с очень интересной колодой. Это вот такая колода. Мне она чем-то напомнила мое детство, волшебный период моего становления. Так, одеваем. Коробка еще не размято мною сильно. Так. Меня, кстати, спрашивают, почему вы не храните карты там в шкатулках, мешочках. Я когда куда-то выезжаю работать с картами, я их кладу в мешочек часто. Мне так нравится. Но хранить все в мешочках не получается по той причине, что их у меня очень много. Колод. Вот. Так. Колода очень интересная по энергии. Ну, повторюсь, она напомнила мое детство становления в магии. И сейчас мы с вами на этой колоде посмотрим, пожалуй, очень интересный такой вопрос. Это вопрос, какие энергии будут в марте 2024 года. Какие энергии, давайте мы немножечко сократим ореол просмотра и поговорим о магических энергиях в России, да, конкретно в России, магические энергии. В России, то есть чем мы можем с вами воспользоваться, да, мы же из этого лепим. Так. Сейчас все вблизи покажу, потому что вижу, что за свет, надо с этим вопросом решить. Дочка мне лампу привезла такую специальную маленькую. Я что-то никак к ней не подстроюсь. Так. Будем смотреть. Вот такая первая карта вышла. Ведьмочка сидит с кошкой. Ощущение такого, знаете, приятного заката. Я хотела сказать летнего, но вижу дерево голое. Поэтому это осень или весна. Но по моим ощущениям это осень. Как вам? Но мы с вами все-таки идем в март. В март 24-го года. И здесь можно сказать, тогда все-таки март 24-го года энергия будет чем-то похожа на энергию поздней осени. Такое, кстати, может быть. Кошка-тотем, кошка-проводник, то есть работа с нашими проводниками, конечно же. Март месяц мост считается, март и ноябрь, два сложных месяца очень. Когда мы находимся на этапах, когда ощущаем очень сильный мир мертвых, и когда мы находимся на этапах перехода на новые уровни. Очень часто, особенно кто занимается, практикует, знает, о чем я говорю. Так. Карта номер два. Видите, в руках у девушки ключики. Точнее, ключ. И сверху у нас сыпятся звездочки с маленькими лунками. Видите, такие вот красивые, как украшения от луны. Вот полумесяц и звездочки. И у девушки в руках ключи на фоне позади темное небо. Мартовское небо, оно, видите, с тучами. Кстати, большое спасибо, кто мне передал духи луна, мун, да, о которых я говорила, что запах у меня ассоциируется с луной для практики, было бы мне очень хорошо, мне их нашли и передали, спасибо большое. Вот, это энергия взаимодействия с луной и в целом с планетами. Видите ключи? Здесь бы я посоветовала работать через ключи. Что можно сделать? Можно налить воды в хрустальную емкость. Сразу говорю, что емкость может быть еще стеклянная, но не глиняная. Глиняная очень заземляет. Мы идем на высокие частоты, поднимаемся. Вот, налить воды туда, положить ключик. Ключ должен быть мощный энергетический. Ключи, поэтому я часто советую приобретать либо специально магически заряженные, либо учиться их заряжать, настраивать, усиливать. Будет отдельное у меня видео. Я вам обещала по поводу открытой, безоплатной, по поводу вещей с историей. Как с ними работать, расскажу еще отдельно.
Значит, это могут быть, да, вот ключи, которые с историей. Ключи мы кладем в емкость, наговариваем эту емкость. Естественно, если мы наговариваем воду, то мы ее делаем, приводим в движение. Здесь бы я делала бы движение именно тем ключом, который находится в воде. Открываем пространство и наговариваем заклинанием на то, чтобы взаимодействовать с Луной. Именно с Луной. Сделать это надо в марте. Мы сейчас про март говорим, да, очень такой месяц переходный. Что мы можем попросить через эту воду у Луны? Наполнение силой. Луна может очень хорошо наполнить силой. Исцеление мы можем попросить. Да? И можем попросить ясновидение. Что заклинание, кто там был в закрытой школе, соответственно, вы знаете, как составить. Да? Вот. Что, ну, кто умеет, тоже знает ключи, закрепы и так далее, тоже может составить. Что мы можем дальше сделать с этой водой? Дальше с этой водой мы можем взять ее, окунуть туда, значит, наши ручки замечательные, и можем умыться, как вариант, да, использования этой воды, можем умыться, можем омыть какие-то предметы этой водой, все в зависимости от того, на что вы заговаривали. Что хочу сказать? Давайте так, потому что я знаю, что многие меня смотрят, только начинающие, новички, кто недавно еще боялся магии и так далее, и что-то стал уже применять в своей жизни, вы, естественно, не знаете, как составить заклинание. Внизу под этим видео, если вы его будете смотреть на YouTube-канале, я оставлю ссылку на свой Telegram, там оставлю заклинание. Если вы, соответственно, это видео смотрите на Telegram-канале, то, соответственно, в Telegram-канале вы уже сможете сами же и прочитать это заклинание, да? Увидеть его там. Так, это у нас еще одна карта. Вот такая вот. Мне очень нравится. Старинный дом. Ну, мой ассоциативный ряд, естественно, я вам говорю. Сидят кошечки, и ведьмочка поднимается, она идет после каких-то своих действий со своим посохом. Очень комфортно у меня на эту карту состояние. Это вечер. Я так думаю, она возвращается вечером. И она поднимается по лестнице. То есть какие энергии? Энергии подъема. Да, энергии повышения в чем-то себя, да? Энергии подъема в своей практике, в то, чем вы занимаетесь, может быть, профессии там и так далее. Вот, поэтому здесь очень хорошо поработать, по моим ощущениям, с лестницами и внутри, даже не внутри, не внутри, снаружи каких-то зданий. Именно снаружи каких-то зданий на их лестницах, вот что мне хочется. Вот, замечательная лестница, кстати, я показывала, энергетически довольно мощная. Видео у меня такое есть, и оно будет, мы сейчас фильм делаем. Если хватит сил, энергии, мы его доделаем, наконец. Вот, лестница есть, значит, рядом с 67-й больницей. Напротив есть замечательная, значит, лесопарковая зона около Москва-реки. Там лестница. И эта лестница в сторону, как идти, значит, к собачьей площадке, ориентир, очень чудесно энергетически. Будет потеплее, потому что, ну, сейчас, понятное дело, скользко, не бросайтесь во все тяжкие. Потеплее, вторая декада марта, я уже думаю, вы можете туда съездить, поработать. Ну, вот такой выдался у нас расклад, надеюсь, он был полезный. Если мое заклинание на Луну вам окажется полезным, ну, буду рада любым денежным взносам вашим, которые мы помечаем, я вам расскажу, как помечать, будет написано внизу, поскольку все деньги с карточки уходят на мой расчетный счет для того, чтобы оплатить с них налоги. Я донаты никуда от государства не прячу, я с них оплачиваю налоги. Вот такие дела. Увидимся.